А что? А почему бы и нет? Сказал Стивен Спилберг, посмотрев Вестсайдскую историю, еще самую первую часть, которая вышла в 61-м. Говорит, а чё, почему бы бабла не подзаработать? Стивен Спилберг снял это. Ну и что? Вот так вот. В принципе, все то же самое, ничего не менялось, никаких коррективов не делал Стивен. Но хочется сказать, актерской игре и современных актерах, вот этих вот Рэйчел, Зеглер Энсел, Элкор, Майк Фейст, Арине Де Босс, да? Не верю. Не верю! Ну плохо, ну какая-то актерская игра, ну... What? Какой был классный фильм в 61-м? Искра. Была в глазах искра у этих актеров. Кстати, здесь снимается Рита Морено, она была в первой части. Вот бедная тетка. Ей пришлось пережить опять то же самое. Ну, бабло зато заработало. Ну что, сборы на США у нас 10 миллионов 500, сборы в мире на 14. Примерно в мире с 9 декабря 2021. В принципе, в кино идет. Disney Studios представили, но премьера в мире 29 ноября. Да, да, именно так. Нью-Йорк, конец 50-х, история противостояния двух уличных банд и невозможной любви юноши и девушки из враждующих группировок. Ну, что тут говорить, 6 баллов. Все-таки, ну как ни крути, 1961 год намного было лучше. Здесь, ну как-то и девчонка не учились, прям мисс красавец. Пацаненок, вот это вот их love story, как-то попахивает феминизмом, вот, что-то вот. Спилберг, а стоило ли браться за Вестсайдскую историю? Стоило переснимать, а? Не знаю. В принципе, все то же самое, как говорится. Ну а пока что... Лайки, подписки. И если смотреть вот советскую историю, то, наверное, все-таки 61-го. Воу, полегче. И все-таки 61-го года. Да, именно так. Welcome back.